Здравствуйте, друзья. Я приглашаю вас принять участие на Сангая номер 9. Оно называется «Увеличение энергетического тепла как источника здоровья». Оказывается, у каждого человека, согласно тибетской традиции, есть внутреннее тепло. Увеличивая его за счет определенных тибетских практик, человек может заметно улучшить свое здоровье, улучшить иммунитет, открыть чакры. Но это дополнительно еще и влияет на то, что у человека появляется совершенно другое видение жизни. Появляется огромная внутренняя сила, человек наполняется энергией, а также притягивается любовь, теплые чувства, радостные события и деньги. Уникальная Сангая номер 11, увеличение энергетического тепла, внутреннего тепла, тумо как источника здоровья и счастливой жизни. Приходите. Вы хотите приобрести семинар? Перейдите по этому QR-коду. А также вы можете перейти на титульную страницу и...